Плавающая неисправность, когда подсветка то загорается, то гаснет, пожалуй, самое сложное в диагностике. Поэтому пришлось разобраться со схемой техникой. В общем, плюс подсветки приходит вот сюда. Вот сюда. Этот плюс идет на светодиоды. На эти. Управляются они минусом. Минус диодов приходят на эту микросхему вот сюда. И по сигналу с процессора вот отсюда включается эта микросхема. Замыкается на корпус и загораются диоды. Сейчас проверим эту микросхему. В общем, вот так вот запитал. Плюс подается сюда. Потом через этот диод на резисторные сборки. И потом распределяется по диодам. Плюс я взял с кассового аппарата. Проверяю вот так. Ставим на ток. И теперь двумя щупами. Сейчас покажу. Но так делать нельзя. Просто так можно делать вне. Светодиоды загораются, значит микросхема рабочая. Подаем плюс на включение микросхемы просто из другого места. Отсюда. Все это нужно делать только в том случае, если не уверен, что сигнал подается на управление. Если же минус подается, а теряется плюс, то следует начать поиск с этого диода. В моем случае спасла такая перемычка от этого диода к резистору. Все, после такого ремонта машина стала как новая. Самый плохой дефект, когда неисправность плавающая. Подсветка то появляется, то пропадает по непонятным причинам.